Итак, друзья, рад приветствовать всех все на канале. Снова на рыбалке. На рыбалке сетями опять. Будем ловить. Вот такой интересный речушка. На рыбалке один. Поэтому перекинул на ту сторону веревку. Сюда свяжу сеточку. Сейчас перейду на ту сторону и затащу ее в речку. Пробую. Чья сороковочка. Смотрим, есть тут такая рыба или нет. Но хочу еще поставить мелкую сетку. Ещё 25. Смотрите, если тут зельть. Эта речушка впадает все-таки в море. Может, она здесь должна быть, по идее. Пока тут нахожусь в этом омуте, рыбка плещется какая-то мелкая. Вот я как раз думаю, что это все-таки зельц. Вот таким образом затягиваем сетку к себе сюда, на этот берег. Непонятно с сеткой. Где-то сцепилась, тимать. Угу. Встала. Это, мне кажется, плещутся три дюшки. Ну, сейчас будем снова перекидывать веревку и ставить уже зельдевку сетку. Тоже в этот же омут. Так, ребята, перешел я только на другую сторону. Смотрю, сеточка уже зашевелилась. Так, для интереса посмотреть, кто ее шевелит. Вот и не видно, кто ее шевелит. Вон там какая-то белая рыбешка посередине сетки. Ладно. Значит, рыба есть. Значит, уже все не зря. Вот с пятку еще. Все, прямо от берега до берега. Ну, а эту сразу привяжу к той сетке и проверим ее, пожалуй, разок. Так, друзья, в 25-ку мы видим тут, ой, рыба есть. Сишки. Это с первой селедина. Там еще сишки вроде. Сейчас проверим сороковку. Ну, потом проверим и эту тоже.
Как ты, зараза, туда залезла? Вот такая левоморская селедка называется. Да, она смотрит у нас. Вот такая. Эй! Левоморская селедка. И оп! Прямо в ведро. Тут я снайпер, конечно. Этот у нас. Такая сетка начала рваться. С самого начала. Рыбалки, блядь. Так, стоит она минут 30, наверное. Бегал, ставил вторую. Сейчас поглядим, как у нас с ячей свой. Опа. Сижок. Ай-яй. Чуть не выпал, красавчик. Не особо, конечно, крупненький такой. Сразу сюда и складывай. О, ушел, блядь. А нет. Камбалка. Камбалка, можешь идти. С Богом. Ты что тут? Оп. Люка как замотал. Дайте, мать, еще одну. О, упал, слава богу. Идти. О, еще одна упала. Все, что ли? Ну да, все. Вот такой получился ловчик. Два сега, три кабалки взял. Три кабалки выкинул. На этом пока все. Сороковочка себя показала. Сороковочка себя показала не очень хорошо. Так, сейчас затягиваю сороковку обратно, перетягиваю веревку 25-ки. Что-то там брыкается прямо с самого берега. Привязываюсь к 25-ке, проверяю 25-ку и идем домой. На сегодня ставим сетку, наверное, на завтра. Завтра приду, сниму. Все, пошли одевать сетку. Туго идет, блин.
человек, 5 селедка крупнячая. Так, уплыла одна селедка. Тут сюжочек тоже еле-еле держится. Блин, какой крупный-то. Как его достать? Опа! Устал. Это товарищ Амулек. Собственной персоны пожаловал. Даже на... О, блин, опять мулек. И опять еле держится. Ай-яй. Нет, вот нормально держится. Ой. Ой, не очень нормально. Даже мелкая навашка попалась. Опять селюдина. Эти чудеса. Рыба, которая должна была ловиться в сороковку, это не ловится. Вот 25-ку ловится. Опять облег. Слишком сильно я как-то огрузил эту сеть, бля. Какие рыбины-то крупные вон. Это товарищ Сижок. Что вообще тут? Что-то чуть-чуть заячился. Блять, вообще еле держится. Ну, поди сюда. Поди. Маленький. Тихо. Под конец опять селедка. Селедка, походу, у берега ловится. Иди сюда. Вот и селедка. Вот это как раз зельдь. Хороший, взрослый. Длинный зельдь. Фига, тут что такое было, бля? Тут такой проплыл, блядь, сквозь. Бля.
Ну уж первая проверка. Вся в дырах, блин. Ну что, друзья, вот такой улов. 20-катка, блин. Чем-то работает. Рыбы как раз из ячи сороковки. Там ульки, сеги. 25-ку они ловятся. Сороковку почему-то нет. Ну все. Сегодня рыбалка закончена. Продолжим ее завтра. Вот снял первую сеточку. В ее ведро она не влазит. Очень много камбалы. Немного сегов. Отсюда. Зараза. Да уж. Беда, блин. Беда с рыбой. Ну что, пойдем вторую сразу доставать. Но она еще подвинешь. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Просто пипец какой-то. Блин, здоровая спала. Зараза. Так, друзья, вот вторая сетка, блин. Просто ужас. Беда. Беда с этой камбалой. Вот такой вот уловчик вышел сегодня у меня, к сожалению, огромному. Что делать? Придется разбирать как-то. Ну все, всем до новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До встречи на следующей рыбалке. Так, друзья, как говорится, повес сетки. Обе перебрал. Вычистил, вытащил всю рыбу. Отбирал от всей ведро. Беленькой, крупненькой камбалки такой. Можно пожарить едовой и завялить. Ведра мне вполне достаточно. Ну все, теперь домой. Всем до новых встреч.